будут появляться животные, ваша задача запоминать, где появляются животные, какие появляются животные. А когда они все обратно выстроятся в ряд, ваша задача будет навести на них луч. Новые технологии на страже здоровья людей старшего поколения. В клубе «Активное долголетие» презентовали программное обеспечение «Виртуальный доктор». С помощью VR-очков пожилые люди смогут тренировать память, внимание и скорость реакции. Я была первая, кто села в этой маске там попробовать. Очень мне понравилось. Сказали, что у меня 100% результат. Будем пробовать дальше. Сейчас ведутся переговоры с администрацией Химок, чтобы приобрести это программное обеспечение и использовать в клубе «Активное долголетие» на постоянной основе. Технология предназначена для расслабления и тренингов пожилого населения, так как мы там всем известно, что когнитивные функции, они падают со временем. Клуб «Активное долголетие» объединил людей старшего возраста. Это место, где пожилые горожане могут заниматься своим здоровьем, вести активную социальную жизнь. Многие химкинские пенсионеры принимали активное участие в мастер-классах проекта «Химки. Интересно жить». Выдвигали социально значимые инициативы по улучшению города. Сейчас лидеры движения общественной поддержки помогают эти идеи реализовать. Татьяна Борисова и Валентин Герасимов подчеркнули, что без постоянного диалога с жителями невозможно развитие. Те темы, которые нас интересуют, вас интересуют, вы давайте, пожалуйста, предложение. Считайте, что одна семья. Вам стало веселей? Да нам вообще весело. Весело, отлично. В Химках очень активные жители. Они выдвигают свои предложения, инициативы, которые размещаются на сайте «Химки. Интересно жить». Программа виртуального психотренинга – это новое направление, и нашим участникам очень понравилось. Городской округ станет вторым муниципалитетом в Подмосковье, где будут использовать эту технологию.